Освящается знамение сие крестное, кропление воды сие священное, благодатью Святаго Духа во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Освящается знамение сие крестное, кропление воды сие священное, благодатью Святаго Духа во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Освящение креста после литии на могиле участников Всероссийского поместного собора 1917-1918 годов Игоря Ивановича Беликова спустя десятилетие забвения состоялось на Мироносецком кладбище в Пензе. Кроме того, митрополит Серафим торжественно открыл мемориальную доску. Игорь Беликов был участником поместного собора Русской Православной Церкви 1917-18 года от Пензенской губернии, который восстановил патриаршество и, собственно говоря, определил жизнь церкви на ближайшие десятилетия. Причем самое интересное, естественно, в 20-е, 30-е, 40-е, 50-е, 60-е, 70-е годы воплотить эти решения в жизнь было вполне невозможно, потому что церковь была, откровенно говоря, в гонениях. Но, как это ни странно, спустя 100 лет решения поместного собора очень важны для сегодняшнего дня. И все то, что сейчас делается, в частности, например, разделение епархий, образование митрополии, это все постановление собора 1918 года. Еще тогда, в начале 20-го столетия, архиереи и вот такие миряне активные задумывались над тем, что церковная жизнь должна быть более активной. Мы, честно говоря, очень долго к этому шли, чтобы восстановить эту могилу. Можно здесь винить все, что угодно, и пандемию, и все что остальное. Но прежде всего, конечно, это, так скажем, наше личное промедление и наши какие-то такие моменты, которые мы сразу не смогли воплотить в жизнь. Я надеюсь, что вот то, что мы облагородили эту могилу, станет залогом того, что это кладбище вернется к жизни. Игорь Иванович Беликов родился в 1882 году в селе Михайловское Белгородской губернии в семье статского советника. Окончил юридический факультет Харьковского университета. С 1903 по 1916 годы судебный следователь и товарищ прокурора в Пензе, Саранске, Краснослободске. Сегодня статья о его деятельности размещена в книге «История юриспруденции Пензенского края», изданной Пензенской адвокатской палатой. Как мирянин, как вот, если церковным языком, он осуществлял защиту граждан, так сказать. Причем защищал он, видимо, очень добросовестно, потому как и был даже в чем-то, ну, власть того времени была не согласна с его позицией, так сказать, и в светской юридической защите, так сказать, вот, наших земляков. Вот. То, что вот открыто, так сказать, мемориальная доска, где вот расписан его весь жизненный путь, хотя он не настолько большой был, прожил он сравнительно немного, 60 с небольшим лет, но тем не менее его вклад в развитие общества, как духовного, так и светского, а также школы юриспруденции. Он еще и работал на курсах, где учили, так сказать, будущих советских судей, потому как в 22-м году появились, советская власть уже имела ленинские кодексы, уголовный, уголовно-процессуальный, гражданский кодекс. И, естественно, нужно было уходить от уголовного уложения царской эпохи, переходить, так сказать, к законам той власти, которая на то время существовала. Он здесь принял активную, так сказать, позицию, активную деятельность в работе курсов по совершенствованию судейского корпуса, и опираясь на свой
юридический опыт. Вот. И причем он в своей необычной такой работе он мог соединить старое, новое, светское и духовное. Вот. Ну и так вот, вот как отклики есть такие вот в архивах, что его лекции были очень интересны, выступления в судах очень насыщенные. Ну, в общем, мы гордимся своим коллегой и нашим земляком. На долгие годы забытую могилу Игоря Беликова удалось обнаружить совершенно случайно. Летом 2010 года церковный краевед Сергей Зелев познакомился с единственным живым потомком семьи Беликовых, преподавателем гимназии Марией Георгиевной, которая рассказала ему о том, что ее предки захоронены на Мироносецком кладбище. Однако вскоре пожилая женщина скончалась, и выяснить точное местонахождение этой могилы тогда не удалось. Пару-тройку лет назад я прочесывал это кладбище, ну, полностью помогильно. Вот, и нашел вообще захоронение многих, в том числе и Беликов. О Беликах я уже тогда знал много. Нашел эти две могилы. Одна здесь, а остальных родственников вот чуть повыше 100 метров. Вот, и я был приятно удивлен и предал это огласке. Владык поддержал, облагородили, это замечательно. Вклад Игоря Беликова в развитие и даже сохранение Русской Православной Церкви в те непростые для страны годы заключался не только в участии в Поместном соборе. Как юрист, он во многом способствовал легализации деятельности Пензенского братства православных христиан. Он ведь работал официально еще юристом, поэтому мог ему очень много сделать для легализации братства, для сохранения этого образования, этого учреждения, этого органа. Мог отстоять закрытие или захват церквей во время этой путятинской смуты. То есть его консультация, а он был не один помощник, там были и другие юристы в составе братства, они тоже существенно помогали, поэтому братство и выживало, поэтому оно и действовало, и эта деятельность приносила заметные плоды. Ну и, конечно, такие люди были востребованы там, на Всероссийском поместном соборе, как лучшие люди, как соль земли от своей малой родины. Только не совсем нам понятно, как проходили эти выборы и почему именно он был выбран. Тут были и другие очень значимые фигуры, но, видимо, вот как-то благословение архиерея такое было, что именно он. Значит, у него были такие качества, такие данные. И это был такой человек, глубоко верующий и большого ума, что вот он был избран. По словам историка, в настоящее время хорошо изучен лишь пензенский период деятельности Игоря Беликова. И детально проанализировать его участие в Поместном соборе ученым только предстоит. На протяжении десятка лет точно методично собирались его документы по разным периодам. Где-то они попадались случайно, в каких-то уже фондах советских учреждений. И, наконец, вот к этому моменту достаточно полной такой, полной картины его вообще жизни сложилась. Даже кем он был в гимназии. Что, например, он был там хулиганом. Вот, его характеризовали как большого озорника. Вот и оказывается, он участвовал в Харьковском университете в забастовке в Первую русскую революцию. Это тоже какая-то, как-то его характеризовало. Да и вдруг, вот в 17-м году он избирается, а потом эта работа его в советских учреждениях, работа, которой он отдавался полностью, вот, все это тоже его характеризует, и все это отражено документально. Без сомнения, Игорь Иванович Беликов был выдающимся церковным и общественным деятелем своего времени. С 1922 года он являлся членом коллегии адвокатов, Пензенского горсовета, работником по ликвидации детской беспризорности, лектором и преподавателем курсов по подготовке судебных работников, сотрудником газеты «Трудовая правда». Как мы знаем, великие люди действительно не могут быть неверующими, поэтому он
пострадал исповедник нашей пензенской земли, хоть и не прославлен, и был достойнейшим сыном нашей церкви. Это подтверждается тем, что, окончив юридический факультет и работая на светской работе, был помощником прокурора в Краснослободске, в Саранске и в Пензе. В то же время именно он был делегирован на поместный собор Российской Православной Церкви 1917 года, эпохальный, который восстановил патриаршество. Что касается собора, то сегодня доподлинно известно, что Игорь Беликов участвовал в нескольких комиссиях, и в частности юридической, занимавшейся выработкой положений о Русской Православной Церкви. Но в то же время он участвовал и в комиссии по расследованию убийств священнослужителей, в том числе священномученика Владимира Богоявленского, киевского. Поэтому действительно он, наверное, стал участником важнейших событий, в том числе, конечно же, избрания патриарха, святейшего патриарха Тихона. Но затем его исповедник подвиг продолжился, и он стал фактически ближайшим соратником священномученика Иоанна Померо, который здесь был на нашей пензенской земле всего 3 года, но перевернул весь ход ее истории и смог создать уникальное такое образование структурное, боровшееся с расколом и с репрессиями. Это братство православных христиан. И именно Игорь Иванович возглавил это братство впервые. Он стал первым председателем, очевидно, участвовал в выработке его положений. То есть, да, этот человек как раз работал над административной, наверное, такой структурой, над самосохранением нашей церкви. Это очень важно. Братство православных христиан было создано весной 1918 года с целью объединения приходов и сплоченности в защите веры и церкви. Союз был образован из представителей разных приходских общин, которые активно отстаивали каноническую чистоту церкви. И стоит отметить, что данное объединение в условиях полной изоляции государством епархиальных структур было вполне эффективным и жизнеспособным. Конечно же, он помогал в других делах священномученикам, мы это можем, наверное, свидетельство этого, говорит, то, что именно в их семье сохранилась единственная фотография священномученика Анны, которая и сохранилась, дошла до нас благодаря его родственнице, которая и передала Сергею Зелеву эту фотографию. Это все, что осталось от пребывания священномученика Анны в Пензе, у нас в Пензе. Это о чем-то, о многом говорит. Значит, они его действительно чтили. Настолько это было опасно, держать такие фотографии. Он был на многих поприщах известен. Это и адвокат, это и член сотрудника газеты «Трудовая правда». Это и лектор курсов судей. Действительно, разносторонняя личность. Но, несмотря на это, он был арестован в 1931 году и на 5 лет предстояло ему пробыть в заключении, но через год он вышел по ходатайству детей, по ходатайству первой жены Пешковой Горького. Поэтому это тоже о чем-то говорит. Очевидно, что он был известен в широких кругах. Игорь Иванович Беликов скончался в Пензе 15 декабря 1943 года от воспаления легких, которое усугубил голод и отсутствие средств к существованию. Наша задача учиться, наверное, у таких людей, у мирян, нам как мирянам, как сохранять свою веру, как не просто, наверное, быть пассивными наблюдателями или только заходить в храм, а действительно каждый на своем месте, кто к чему призван, своими талантами служить Богу, церкви и в трудные, наверное, моменты быть крепкой опорой для своих священнослужителей или священноначалия. Вот Игорь Иванович нам всегда пример и поддержка. Всегда сюда, наверное, будем заходить на могилу, и светские люди, и адвокаты, и, надеюсь, общественность. И мы, конечно же, церковные, почитать, просить какой-то помощи, поддержки. Торжественное открытие памятника на могиле Игоря Беликова состоялось в рамках международной научно-практической конференции «Роль Русской Православной Церкви, общества и государства в сохранении исторической памяти о новомучениках, исповедниках и жертвах репрессий», посвященной памяти священномученика Иоанна Померо. Мероприятие традиционно проходит в Пензенской духовной семинарии. Она уже 8-я в этом году. Вот, то есть имеет определенные традиции. Уже есть люди, которых традиционно приглашают на нашу конференцию. Вот, и почему она актуальна? Я думаю, что история – это то, что нас окружает. Это то, что, ну, конечно, плохое выражение лежит под ногами, но это просто нас окружает. Это то, что связано с нами, с нашим народом, с нашими предками. Самое простое и самое результативное – это изучение своей истории.
У нас сейчас проблем нет с изучением различных исторических данных. У нас открытые архивы. Ну, конечно, кроме вот этого данного пандемийного времени, пандемия ограничивает, конечно, доступ к этим, ко всем музеям, к архивам. Вот. Но мы надеемся, конечно, что этот период тоже закончится, и вновь архивы откроют свои двери свободно. И тогда можно продолжать изучение дальше. Вот. Изучение истории – это интересно. Изучение истории – это полезно. И мы постоянно говорим студентам, что вот возможности есть, надо только пользоваться этими возможностями. Вот. И пользоваться потому, что но история все-таки должна нас учить. Мы должны, наш народ должен извлекать уроки из, по крайней мере, последних 100 лет, в течение которых жило наше государство, наша церковь, наши предки, наш народ, вот, чтобы не повторять на будущее тех ошибок, которые повторили наши предки. Работа форума началась с приветственного слова первого проректора семинарии протоиерея Николая Грушева, после чего конференцию продолжили выступления спикеров. Доктор церковной истории, кандидат исторических наук, профессор православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, священник Александр Мазырин, представил вниманию собравшихся доклад «База данных по СТГУ «За Христа пострадавшие». Познакомить семинаристов с тем, что есть возможность узнать больше о наших новомучениках, исповедниках. Хотя это такой достаточно известный ресурс, но все-таки знают о нем не все, кто мог бы им пользоваться. База данных «За Христа пострадавшие» Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Во-вторых, уже со специалистами, историками как-то обсудить, какие нюансы возникают при работе с такими источниками. Интернет-ресурс, посвященный теме гонений на Русскую Православную Церковь в 20 веке, содержит более 36 тысяч биографических справок о пострадавших за веру, которые составлены на основании сведений из архивов, публикаций, свидетельств родственников и других источников. Сбор данных был начат в 1990 году, а с 2015 в издательстве Свято-Тихоновского гуманитарного университета начался выпуск одноименного многотомного алфавитного справочника, шестой том которого отец Александр преподнес в дар Пензенской семинарии. Кроме того, в рамках конференции сообщением о пензенском и петербургском новомученике протоиерее Леониде Богоявленском выступил доктор исторических наук, преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета Михаил Шкаровский. Заведующий кафедрой зарубежного регионоведения и локальной истории Института международных отношений и мировой истории Университета Лобачевского Александр Корнилов представил доклад о Серафиме Алексеевиче Слободском. А проректор по научной работе Пензенской духовной семинарии протоиерей Вадим Ершов в своей работе рассказал о семье Артобалевских, потомственных священников, пострадавших в годы гонений. Отец Вадим уже несколько лет занимается изучением истории рода Артобалевских и, в первую очередь, священномученика Иоанна Артобалевского, уроженца Макшанского уезда и выпускника Пензенской духовной семинарии. Вот вы знаете, мы вот сейчас вот стоим в коридоре, а если мы зайдем в храм, который находится рядом, мы увидим икону отца Иоанна Артобалевского. Вот. У нас сейчас на данный момент 6 выпускников семинарии, которые прославлены во святых. Вот. Но это пример опять для наших студентов. Вот это, ну, причем это очень яркий пример. Да, он канонизирован, но еще он, о нем очень много писали. Он знаком был со многими людьми в Москве. Он служил в Москве, Московской области. Вот, и круг это достаточно тоже известных людей. Вот, ну, и вот поэтому такой интерес. Потому что, во-первых, он святой, но, во-вторых, оставил после себя наследие. То есть, тот, у кого есть наследие, тот интересен для изучения. Завершилась конференция презентацией документального фильма «Священномученик Иоанн Рижский на Страстном пути» для воспитанников пастырского и регенского отделений семинарии.